Помоги, Господь, чтобы девушка вернулась ко мне. Помоги, Господь, чтобы девушка вернулась ко мне. Чтобы я обнял. Помоги. Помоги, пожалуйста. Не бросай. Сделай чудо. Измени ход событий. Ты же видишь, что я иду по наклонной. Пожалуйста, я брошу курить, пить в тот же миг, как она перестанет передо мной. Строюсь на работу дворником на любую. Хотя я так устроюсь потом. Пожалуйста, дай один шанс. Скажи ей, дай ему один шанс, пожалуйста. Пожалуйста, Господь, помоги. Мне так плохо. Все эти 3 года. Я движусь в пропасть. Что толку? Помоги, Господь, прошу тебя. Никто не любит меня. Никто. Я со смирением принимаю. Что я могу поделать? Я хочу бросить курить и пить. Пожалуйста, помоги мне. Сделай так, чтобы девушка появилась. Встретились мы с ней, я буду целовать ее ноги, одежду. Пожалуйста, прошу тебя, я буду славить тебя всю оставшуюся жизнь, я клянусь. Вот смотрите, Гринвуд, хотя это другой какой-то. Там написано зеленым Гринвуд. Но. А, Гринвуд. Но это какой-то МТВК Гринвуд. Это какое-то другое. Что-то я заплутал. Здесь все так одинаково. Хотя я здесь уже бродил вчера. Умоляю, Господь, помоги. Пожалуйста, помоги. Меня и так избили за то, что я крестик носил и рассказывал о Боге. Меня слуха лишили на правое ухо, на 20% примерно. Еще могут избить. Сколько же мне надо еще? Пожалуйста, Господь, ну помоги, пожалуйста. А крестик я снял после того, как ему пизды дал в комнате, когда он меня ударил по левой щеке, где пазуха носа. У меня до сих пор, кстати, там заложенность почему-то. Я встал, короче, и нанес ему удары. Там кровь у него плелась. После этого меня скрутили, разбили очки, усадили на диван. Втроем боксер, здоровяк и вот этот вот чел. Но вот этот чел, самый худощавый из них, сказал, сними крестик. Я сказал, со смирением, окей. Ну, хорошо, снял.
А потом я с ним дрался на улице. 3 раза его ударил, но он, видимо, как-то отработал ворот от удара. Не знаю. Либо просто я был слишком заторможенный от таблеток и алкоголя, водки. Надо было сказать, что давай я куплю вам водку, пойти с ними. Оказалось бы, что у меня нету денег на водку. Попросить, не знаю, как-нибудь, короче, не знаю, что делать в этой ситуации было. Надо было им показать свой сайт знакомств, потому что на сайте знакомств нельзя удалить переписку, ни одну. Если ты написал девушке или кому-либо, кому угодно, уже это остается навсегда. И просто он включает, смотрит там переписки с одними девушками. Но это было крайне давно, когда я был один вообще. И все. Сказать, вот попробуй, напиши кому-нибудь и попробуй удалить. Невозможно удалить, нет такой функции. Вот, все доказательство, что я гетеронормативен. А если бы я не снял крестик, меня бы на квартире там еще сильнее бы избили. И пытали бы. Спасибо, конечно, за совет. Я уже забыл об этом. Мой отец, например, не носит крестик, не ходит в церковь, но при этом он каждую мушку вылавливает. Ну, если мушку тонет где-нибудь в бочке, в саду, он ее тростинкой вылавливает и дует, чтобы она оклемалась и улетела. Созидательными вещами занимается. При этом он не верит в Бога. Ни с кем не конфликтует. Ведет себя вообще вот как искренний, как настоящий христианин. Только он при этом не верит в Бога. Хороший у меня отец, с одной стороны. Ну, у каждого есть недостатки, конечно. Выбрасываю фантики. Что-то я не знаю даже, куда я иду.